25-летний наркобарон из Новосибирска, сотрудники ФСКН совместно с зарубежными коллегами задержали молодого человека, который создал и долгое время возглавлял мировой преступный синдикат. Основной склад и производство находились в Китае. И оттуда готовый товар отправлялся в другие страны. Сеть окутывала 50 разных государств. Главарь координировал все через интернет, находясь дома в Новосибирске. Компьютер он не выпускал из рук даже ночью. В год преступный бизнес приносил ему десятки миллионов рублей. Деньги тратил на покупку недвижимости, автомобили и дорогостоящие путешествия. Все имущество записывал на жену, которая, как только стало известно об аресте мужа, к слову, тут же подала на развод. Вместе с предполагаемым главарем были задержаны и два его подельника.